Доступная среда под народным контролем. Представители Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница» посетили люберцы. В Центре социального обслуживания населения с гостями встретился глава города Владимир Ружицкий. Общественная организация «Колесница» создана в мае 2013 года. Она объединяет инвалидов-колясочников, проживающих на территории Московской области. На сегодняшний день в состав добровольной организации входит около 150 человек. Уже второй год подряд представители «Колесницы» проводят народный контроль, испытывают города на доступность для маломобильной группы населения. В том году было одно отношение, да, государственной власти к нам. А в этом году, так как мы уже набираем оборот, к нам уже прислушиваются. В конце каждого рейда у нас составляются бланки отчетности, в которых мы по каждому объекту выносим свою оценку, вписываем недочеты. И потом это все рассматривается должно рассматриваться в администрации и принимать какие-то меры. Участники общественной организации провели рейд по 14 городам Подмосковья. Среди них Пушкино, Волоколамск, Сергиев Посад и Дмитров. На этот раз очередь дошла и до Люберец, в котором проживает около 600 инвалидов-колясочников. На мой взгляд, это, наверное, все-таки самое большое количество инвалидов-колясочников из муниципальных образований, потому что максимально, сколько мы слышали, порядка 300 в городе инвалидов. Представителей народного контроля встретил глава Люберецкого района и города Люберцы Владимир Ружицкий. Во время беседы они обсудили актуальные проблемы доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Зачастую неудобства возникают из-за высоких бордюров на пешеходных переходах. Установка кнопок вызова персонала в социальных объектах также производится без учета потребностей инвалидов. Далеко от вечного огня у вас есть магазин или кафе, там оно. Там кнопка вызова установлена на таком уровне, что, во-первых, не дотянется человек с коляской. Люберцы – последняя точка рейда по доступной среде. По итогам проверок представители общественной организации «Колесница» подготовят письмо губернатору Московской области, в котором отразят все замечания и пожелания по каждому городу. Вадим Акентьев, Луиза Иги Азарян и Никита Скороган, Люберецкое районное телевидение.